Добро пожаловать на канал English LC. Сегодня мы рассмотрим один из звуков буквы И. Буква И имеет несколько звуков. Сегодня мы рассмотрим звук Э. Звук Э – это долгий звук. Чтобы произнести этот звук, приоткройте, пожалуйста, рот. Язык находится посередине рта. И без напряжения произнесите долгий звук Э. Э. Insert. Insert. Learn. Learn. Search. Search. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик. Всего доброго.